Всем привет! Мы находимся в городе Ижевск на форуме активных партнеров. Я вам хочу представить Александру Шудегову. Это директор по маркетингу, это человек, который нам сегодня разложил все по полочкам. Лично я вообще не жалею, что я приехала, я проделала путь в 700 с лишним километров. Я посмотрела вообще в другой призме на все, но очень часто люди живут в этом же городе и не могут найти повода прийти. Вот я хотела бы, Александра, от вас услышать ваше видение. Как донести до человека информацию, чтобы он был на таком событии? Почему важно быть на таком событии? Что я хочу сказать? Во-первых, большое спасибо вам, Алиса, что вы приехали. И вот действительно такой пример, когда человек проделывает действительно большое расстояние для того, чтобы приехать на то или иное событие, это самый лучший промоушен этим событием, так ведь? А донести это быть самим. Донести это быть самим. Но нужно понимать одну простую вещь. Все, что мы будем говорить людям, конечно, мы должны показывать выгоду, что там получишь обучение, что там получишь там знания, но нужно быть готовым к тому, что придут те, кому это нужно. Что придут те, с кем ты потом выстроишь действительно вот эту эффективную работу. Лучшее, что может быть, как повод потом людям, которые были вот в этом городе, никогда больше не пропускать таких событий, это сделать результат с теми, кто был. Я считаю, что это самое главное, что может быть вот поводом в следующий раз прийти. То есть вот для меня это действие. Потом показать своими действиями, что действительно это важно. Вот. Как правило, люди, которые заплатили цену в виде денег, в виде времени, в виде принятого решения, бывает такое, что нужно там детей пристроить, принять какие-то для себя неоднозначные, может быть, решения. Это уже говорит о том, что человек заплатил цену за информацию, а это дорогого стоит. Вот. Поэтому я вот так отвечу, то есть действия потом сделать и показывать их. Спасибо большое. Результат – это то, на что придут к вам в команду. Поэтому принимайте правильное решение и будьте на следующем событии. Следующее событие в Хабаровске. А с вами была Олеся Селезнева, Александра Шудегова. До новых встреч. Пока.